предали! Они против нас! Люди Кристалли открыли огонь! Нам нужно подкрепление! Ты убил его. Расскажи мне об арке. Отпусти меня. Я могу сделать тебя богатым. Я знаю, что это. Я хочу знать, откуда это взялось. Это тебе не поможет. Зачем это тебе? Что? Арк, где ты хочешь его взорвать? Убей меня или отпусти. То, что ты сейчас делаешь, бесполезно. Расскажи мне об арке. Это несерьезно. Я больше ничего не скажу. Всем стоять! Руки вверх! Всем стоять! Не двигаться! Амбаян Николоди, а кто ваш друг? Американец? Спроси его. Отдай нам арк! Я не Господь Бог. Отдай нам арк! Я действительно не знаю, о чем ты говоришь. Кристалли знает, что это атомная бомба. И знает, что она у тебя. Умный человек. А он знает, что она уже в Америке. Что? Арк. Не здесь. Продолжай. Единственное, что находится в этом подвале, это ключ-активатор. Сама бомба в Америке. Если Кристалли гарантирует, что меня отпустят на свободу, я скажу ему, где найти арт. Отдай нам ключ-активатор. Ключ у этого шпиона-американца. Тебе придется забрать его у него. Я могу сказать тебе, где он находится, но при условии, что меня отпустят, и я буду в безопасности. Договорит. Вы двое. Выведите господина Николадзе из библиотеки. Не болтай, Фишер. Мы готовим полное отключение через 5 минут. Воспользуйся им. Отдай нам ключ от арка. Ты отдашь мне его сам, или я заберу его у твоего трупа. У тебя 5 секунд, чтобы подумать. 4 секунды. 3, 2. Выходи! Фишер,
Мы не можем отпустить Николадзе. Ты думаешь, он на самом деле знает, где Арк? Да. Мы не можем оставить его в живых с этой информацией. Нарушитель! Американец! По дворцу разгуливает шпион! Всем отрядам полную боевую готовность! Может быть, это была просто цель. Тут что-то было. Слушай внимательно. Стреляй в Николадзе оттуда, прямо сейчас. Не промахнись. Второго шанса у тебя, возможно, не будет. Чистая работа, Фишер. Пора уходить. Информация, которую ты несешь, последняя. Чего последняя? Угроза Соединенным Штатам со стороны Николадзе. Наша основная задача — уберечь от врага то, что находится у тебя. Оспрей ждет. Выстрелы в офисе Кристалли! Что с Кристалли? Прикрывай президента Кристалли! Отведи президента в безопасное место! Наемные убийцы в Анморе! Мне нужен все солдаты! Возможно, стрелков несколько. Приказ президента Кристалли! Найти наемного убийцу! Не дайте им уйти из дворца! Используйте оружие! Главная задача — найти наемного убийцу!
лице Николаевне? Кто охраняет Николаевне? Неподтвержденные сообщения о том, что Николадзе застрелили. Николадзе мертв, повторяю, Николадзе убили. Найди наемного убийцу. Все отряды на поиски американского шпиона. Он должен быть пойман или убит любой ценой. Восьмиэтажное жилое здание и окружающие четыре дома в Хоупсгейт, штат Мэриленд, были эвакуированы сегодня Национальной гвардией. Власти заявили, что причина состоит в утечке газа, делая акцент на том, что сегодняшнее событие не связано с комбайном Николадзе или грузинским информационным кризисом. Хоупсгейт, который находится менее чем в получасе езды от Вашингтона, округ Колумбия, будут с того момента, как обнаружили и опознали труп президента Николадзе 5 дней назад. Охранники дворца смертельно ранили президента Николадзе при попытке свержения действующего президента Варлама Кристави. На пресс-конференции сегодня утром президент США Бауэрс похвалил американский народ за его мужество. Нас ранили. Мы покачнулись, но мы не упали. В мире нет такой трудности или опасности, которую бы не преодолело американское упорство. В мире нет такой проблемы, которую бы не могла бы решить американская находчивость. Папа? Что смешного? Поэтому я выражаю свое глубокое восхищение каждому гражданину Соединенных Штатов Америки по всему миру, каждому гражданскому и каждому солдату, который противостоит террору и тирании злых людей. История не забудет вашу смелость. Папа, что происходит? Ты не смеялся с тех пор, как ушел Рейган? Ничего, забудь об этом. Яркое пламя американской. Это служба безопасности, дорогая. Продолжает сверкать по всему миру. Пусть Бог очистит наш взгляд. Бог, да храни Америку. Ты ведь не уходишь, пап. Привет, Ламберт.